Привет всем. Выполним расчет и построение амплитуды частотной и фазы частотных характеристик RLC цепи. Цепь представлена на рисунке. Видим, здесь последовательно включены индуктивность, емкость и активное сопротивление. Пример расчета построения данной цепи. Можно ознакомиться более детально в следующей литературе «Расчет электрических цепей в MATCAD. Методические указания по выполнению контрольных курсовых работ на компьютерах». Так, имеем схему и обозначим начальные условия. А именно, нам дано следующее. L. Присвоим значение 10 минус второй степени Генри. Так, емкость присваиваем значение 47 на 10 в минус девятой степени фарад. И активное сопротивление 500 Ом. Так, еще у нас есть частота. Пусть будет 1000 Гц. Так, пишем ключевое слово origin равно единице. Для тех, кто не знает, это значит, что при матричном построении первое значение будет не 0, а единица. Для исключения путаницы говорим, что и у нас есть мнимая единица, корень из минус единицы. И теперь обозначим функции комплексных сопротивлений. Так, пишем комплексные сопротивления. Так, у нас есть комплексное сопротивление Z1 и есть сопротивление Z2. Z1 мы можем представить в следующем виде. Z1 от частоты. Это есть мнимая единица умножить. И здесь сумма индуктивного и емкостного сопротивления. То есть 2π fL минус дробь единица на 2π fC. Так, у нас есть, как мы сказали, Z2. Это чисто активное сопротивление R. И теперь запишем, чему у нас равна комплексная передаточная функция. Так, комплексная передаточная функция. Так, а она у нас есть. Так, запишем ее аббревиатурой КПФ от F. Это у нас есть отношение сопротивления активного, в данном случае Z2 от F, к полному сопротивлению цепи. То есть Z1 F плюс Z2 F. Так, степ пишем. Так, комплексная передаточная функция – это есть отношение U2 к U1. То есть отношение напряжения на активном участке к напряжению на всей цепи.
Теперь нам из условия требуется найти амплитудо-частотную характеристику и фазочастотную характеристику. Так, и построить соответствующие графики от частоты. Амплитудо-частотная характеристика, обозначим ее как APF от F. Это у нас есть модуль комплексной частотной характеристики. То есть модуль KPF от F. Так, а фазочастотная характеристика FPF от F. Это у нас есть функция arg, которая возвращает главное значение аргумента комплексного числа. То есть это аргумент от комплексной функции. Пишем arg kpf от f. Также задаем диапазон частот. Так, задаем ее с помощью переменного диапазона с шагом 500 Гц. То есть 500 тысяч и будем делать до 20 тысяч Гц. Все, все исходные данные мы имеем. Нам осталось построить графики. На оси X мы пишем частоту. На оси Y мы строим амплитуду, частотную характеристику. Так. Так, что не так? Так, небольшая ошибка была. То есть здесь нужно присвоить модуль из окна калькулятор, а не из матрицы. С этим внимательно. И тогда график построится. То есть мы определили амплитуду и частотную характеристику. И теперь построим график фазочастотной характеристики. Вызываем команду график по оси x функция, по оси y fpf от частоты тоже. Так, построили зависимость фазочастотных характеристики. И в качестве вывода что можем сказать? Что вот из этих графиков видно, что в РЛЦ цепи возникает последовательный резонанс напряжений, при котором амплитуда частотная характеристика имеет максимум в какой-то точке, а фазочастотная характеристика проходит через ноль в этой точке. На этом все. Всем спасибо.